добрый день. Меня зовут Александр Шеренков. Я работаю в детской школе искусств имени Григория Федоровича Пономаренко. Учебный год уже подошел к концу. Немножко не совсем в простых условиях, но тем не менее выпускники сдали экзамены. И мы ждем на смену выпускникам новых учеников. Занятие музыкой – это не только интересное и увлекательное занятие. Занятие музыкой развивает и тренирует, можно так сказать, память, тренирует характер. Можно посмотреть на биографию известных и успешных людей. Все они занимались музыкой. Они не стремились быть особо какими-то известными и успешными музыкантами. Просто сами занятия, они укрепляют характер, так же, как и спорт. Ну и еще, что немаловажно и очень интересно, музыка тренирует три вида памяти. Это слуховая память, мышечная память и зрительная память. Как вы знаете, память – это основное, что помогает в учении ребенку. Музыка – это чудодейственное средство для воспитания в ребенке человечности, доброты, гармонии и чувства вкуса. В нашей школе работают замечательные педагоги высокого уровня, с огромным опытом за плечами, которые помогут вашему ребенку развить в себе эти качества. Уважаемые родители, ждем вас и ваших детей в нашей школе для того, чтобы вместе отправиться в интересный мир и увлекательный мир под названием музыка.